На кухню не ходи. Это двери на кухню. Зачем туда идти? Там делать нечего тебе. Этому их голубенку есть охота, он за ним тянется. А ходит-то едва-едва еще. Совсем глупенький. Ну-ка. Вернись назад, вернись, вернись. Вот так, вернись назад. Ну. Там чашка с тремя отделениями, которые новые голубки я даю. Я закрыл картоном, поленом придавил. Вот. А он уже там один раз побыл, а там и семечки, горох. И он уже туда лезет, ему разницы нету. А этот бьется охота, чтобы покормили, он даже не смотрит на него. Наверное, переработанного сырья внутри нету. И вот так вот наблюдаешь за ними и молишься. Это не просто так. Ну, иди накорми этого малыша-то. Малыш-то внизу сидит. Ну, я к тебе подхожу. Вот так, сходи вниз, сходи. Вот так. Вот так. Опять на то же место вылез. Не ходи на кухню. Нельзя. Вот так, поворачивай, послушался. Thank you.
закрыл, не может пролезть. Ну, это тут сидит у него. Они где-то там на крыше вьют, их никто не видит. Ну, дикие там, что для них голубятни не строят. А я сейчас их напустил среди своих. Редко-редко бывает, что друг на друге женятся с породистыми. Я не голубевод, а просто любитель. Просит поесть. Гимнастика. Опять на кухню. И глядем, к тебе идет детище твое. Покорми. А то помрет. Все время садится так, чтобы спина была защищенная. Я палю в подпол сейчас загнал, закрыл ее там, а в это время накормить надо голубей. А вот потом уже часов в 8, как кончим занятие сегодня, я выпущу эту голубку элитную, которая сидит из дикарей. Вот так. Я на пол разложил пшеницу, подсолнечное семя и горохов лущеный, то есть раздробленный. Она успела сесть на гнездо, его накормил он. Я пощупал, в зубу у него прям прощупывается. Он отдельно только поел. Раньше-то она уже для маленьких как молочко переработалось. А тут нет, воды запил, я говорю, сейчас будет кормить. И он ему срыгнул, у него все уже подготавливает к самостоятельной жизни. Вот он сейчас вот все я ему дал, собирает. И сейчас он опять начнет запивать. Интересно, вчера тоже заметил, она искупалась и долго была здесь, просушивалась, чтобы не мокрой сесть. Вот он зашел. Вот он. Теперь бы я ему надо... Чтобы соляком же зашел он туда. Вот он подлетел. Это приманку ему делаю. Ну и все, тебе можно домой залазить. Вот так. Вот, все. Все слетел. Вот, порядок. Теперь я уже поднимаю вверху, тут решетка лежит. Вот она, переворачиваю ее и закрываю. А чтобы она не открылась, а тут у меня внизу гвоздик. Вот он, гвоздик. Вот, и сейчас я поднимаю решеточку маленечко кверху, вот так вот, кверху, и за гвоздик, чтобы завести туда за гвоздь. Вот, все, теперь назад я если дергаю, она никак не дается. Ну, все, все трое на месте, и малыш ушел. Но это остается тут, тут проход у меня для стула. Стул я убрал, потому что мне надо заниматься. Это у меня как коврик лежит, и из линолеума вырезаны маленький. И вот этот мой табурет. На шатком своем табурете, как в кресле. Показать, какой он табурет мой, на чем я сижу. Сколько это стоит. Вот оно все веревочками перепутано, затянуто. О, ну все это скрипит, но, видишь, она даже
Это крышки-то не прибиты. Нечего прибивать. Вот так. И вот теперь я его поставлю на этот, на линолеум. А здесь остается сантиметров 3, полметра. Полметра до моей кровати. Когда кормлю голубят, я табуретку, а на ней у меня костюм военный. Я его сейчас снимаю с кровати. С кровати снять надо. Левой рукой. Вот так. Вот. Это Володина кресло. Вот оно здесь. Все. Володина здесь. Старый. Показываю. Теперь у меня задача выпустить Палю. Паля сидит там. Почему? Потому что голуби были здесь. Вот я палочку убираю. Так, дальше многослойная фанера. Сейчас она вылезет оттуда. Она услышала, что я отнимаю. Вот она. Вот она вышла, Паля. Иди ешь там, тебя там корыцы. Каша манная с геркулесом. Вот она пришла. Ну, загляни туда. Это подпол. Ничего там оттуда не пахнет. Там ходят, мы за ними и не убираем. Вот, чтобы оттуда сильно ветер дует. Сейчас эту многослойную закрываю. Она сама ее поднимает и все. Сейчас должна она чесаться. Вот она, палку скребут. Вот как выскребли уже ее. На чем стоит. Тоже любит приходить из тазика пить. Ну что, что такое, все. Паля замечательная кошечка выросла. Да большая такая, да пушистая. Хвост как у лисы. А то безхвостых кошек там завели в потеряевке. А у нас с хвостами. Те по-своему хороши. Интересно, как рыси у Леши там. Он любит такое оригинальное все. А у нас, мы ни копейки. Они везде за все деньги платят, а мы нигде не платим. Вот она пошла. Хвост-то какой шикарный. Маленькая-маленькая была летом. Бегала я, только колокольчик зазвенит, она со всех ног бежит. Под стол, и там я давал рыбку, где сам обедал, гальяна. А другой раз не замечу, она под столом сидит, а я позвонил. Она выскочит и не знает, а куда бежать. Она вроде сидела, ей бежать надо, а бежать некуда. Она уже сама на месте сидит. Вот, все, все гладится. Вот так.
Сегодня у нас 13 марта 2018 года. Только что из деревни Потеряевка приезжал Игорь Барабаш. И эту маленькую голубку, которую этот голубь тут гонял, я ее в коробочке отправил в Потеряевку. Он приедет ночью туда, Виктора позовет, засветит фонарик и там ее отпустит. Сразу же принесут с песка, с его там пищи, закроют их, там большая голубятня, чердак, бывший калашниковский дом, большой аэродром настоящий. И она там недели две, чтобы закрытая была, с ними вместе, среди голубей. А самцов голубей больше, чем самок. И поэтому она там замуж выйдет, я так думаю. У нее хохолок отличный такой, она то ли из породистых прилетела ко мне, такая порода под цвета, обыкновенный цвет тут, дикие голуби сизари. Вот сейчас это ополоснулось, а скорее на яйца, а это тут ходит. Но ему надо, а тот спрятался, жук, за эту, за мой стул, за шаткий табурет. Слава Богу, хоть не очень, но покормили. Вот начинаю говорить, он сразу настороже. И главное, на кухне надо. А что ему тут нужно? А это что нужно-то? Дальше смотрим, он у нас здесь печка, голландка. Ну, отпадает глина иногда, там зола, вот поддувальная дверка. И он внизу тут стоит и клюет. Все это, зачем ему это требуется? Все. Я сейчас отойду подальше. И он мигом сюда зайдет на кухню. Я пящусь назад к двери. И отсюда неприметно буду снимать его. Это настоящий дикарь. Сизые голуби. За ними наблюдать намного интереснее, чем за породистыми. Вот там это у меня коробочка, песок, глина и соль. Спрятанные буквально. Ну, я так сделал, чтобы они нашли. Нашли и из гнезда, как только вылетает, так сразу едят. Им это необходимо. Организм требует. А тут договорились, что не опрокинуть коробочку. Завязал ее. И все, она уже в пути. Подошел. А кормить не стал. То ли сам мало съела вдоволь пшеница, лущеный горох, семечки. Это довольно. Глина, песок и соль. Ну вот так. Основное это все такое самое идет, как и вчера было. Выключаю. Уже не меньше, наверное, 5 раз она тут так. Это крыло сушит. Подняла крыло и сушит. Но главное, дитё своё не кормит. Оно сидит, она даже на ней не видит. У нее яйца снесла, все. А ты давай, мужик, машину зарабатывай. Насекомых так выгоняет. Ну вот, застелил. Это в избе у меня. Вот рядом компьютер. Сам голубь, самец, отец сидит на яйцах. А это... Теперь надо сушить, и она полетела. Это села она тут на второй этаж. Убирает вот. А этот сидит внизу, ее сынишка-то. Или дочка, кто там? Вот она.
Вот он где сидит. Толкился. И она его даже не поглядела, чтобы покормить. Интересно как. Сейчас летает, старается обсохнуть. Вот я не найду никак. Она бьется сейчас домой попасть туда. Надо сейчас ее попытаться открыть. Сейчас я открою туда, чтобы могла залететь домой. Она залетит, а он на гнезде сидит. Малыша совсем забросили. Ну-ка, Володя, подержи маленько. Вот он пошел. Его возьми, посмотри на него. Гуля, 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 гуля. Ну, он уперся теперь ни в какую, сидит. Прижался там. Вон он, посмотри его. Это самец сидит, вон он. Видно, нет? Видно. Вот он сидит. Ну, он его кормит. Я видел, кормит не очень так, ну, не погибает. Все еще этот живой. Вон она сидит. Вот так. Взъерошенная, мокрая. Сейчас я туда сыпну, она залетит. Он не слезет, пока она не зайдет туда. У них очень строго это, чтобы яйца не застыли. Я семечки сейчас насыплю ей, ее приглашу туда. И она залетит. Вот так. Все. Сейчас я сюда отойду. Так, гуля, 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 гуля. Она, видишь, мокрая. На яйца, может быть, ей не надо еще, но она знает лучше. Вот она как обтряхивается. Видно, что она увидела все открыто. Вот она. Так. Сейчас она должна залететь туда. Вот в природе это никак трудно увидеть. А в домашних условиях они те же самые. Все то же. Наклонности одинаковые. Хоть бы раз подошла к нему, так будто это не ее детище. Все, еще, неужели еще? Так она уже, ну, раз, больше 5 раз она это уже. Но женщины-то любят и начнут. Ну, это так, правильно. А вон маленько там слетит и все. Видишь, не надо, чтобы вода попала под перышки туда. Она же ни виходки не имеет, ни мыла. А насекомые эти везде есть. У них вши часто появляются. И вот я им тазик принес, и все, как они. И тут точно так же он теребит что-то там у себя. Что-то это, ну, еще. Это уже мне заложено в него. Надо, чтобы он вылез. Но он вылезет, когда она придет, вахту закончит. Давай-ка мы это близко сесть. Назад попяться. Сюда вот меньше, чтобы видно было. Вот она пошла. Если она туда залетит, уже все тогда. Она обратно не должна вылазить. То есть она в баню сходила, а он сидит дома сам с пеленками, с этими. Ну, яйца еще там, эти маленькие совсем. Недоноски, так сказать. Вот и легла, все. Ее не трогать сейчас. Она иначе еще дольше не пойдет домой. Капризная такая дама. Ну все, тогда выключаю. Потом лучше еще ролик сделать.